Участники 11-й скачки в боксах. Да, старт 11-й скачки. Лучше всех принимает трибуна Терск. Трибуна Терск повела. На второе место выходит Мрия. Тут же рядом с ней Серпантин Терск, Дублин Терск и Альмуни. Лошади входят в поворот. Мрия захватывает трибуну Терск. Пошли в борьбе за лидерство. 200 метров пройдены за 15,6 секунды. Трибуна Терск впереди на полкорпуса. Мрия тут же второй. Дублин Терск выходит на третье. На четвертом Серпантин Терск. И Альмуни замыкает с просветом. Скачку ведет первый номер трибуна Терск. На втором месте тут же Мрия. И на третьем Дублин Терск. С просветом Серпантин Терск. И замыкает с просветом Альмуни. Лошади преодолевают поворот. И Дублин Терск выходит на второе место. 500 метров пройдены за 36 секунд. Выход на финишную прямую. Трибуна Терск впереди. И на втором месте Дублин Терск. Мрия третий. Трибуна Терск лидирует. Дублин Терск вторым. Подъезжает Дублин Терск к трибуне Терск. И удастся ли ему атака? Похоже, удается. Дублин Терск захватывает трибуну Терск перед трибунами и выходит вперед. Дублин Терск возглавил скачку. И 11-ю скачку выигрывает Дублин Терск. Трибуна Терск второй. Борьба за третье место, похоже, в которой одерживает локальную победу Серпантин Терск. Мрия четвертая и замыкает Альмуни.